Сразу, ну, не буду тянуть, блин, да, ребята, обновление. Хота 1.7.0. Я вообще в шоке был. Я об этом слышал очень-очень давно уже. Этого ждали, хрен знает сколько. Все, наверное, фанаты героев. Вот, кстати, ссылка. Вот здесь вот у нас сказано, описано, что изменилось, какие дополнения, изменения. Естественно, самое главное, это вот, добавили новый город и фракция фабрика, включая новых героев, существ и их внешние жилища. Добавлена новая компания, рожденная в огне, посвященной фабрике. Карты компании имеют повышенную сложность. Это вот сейчас как раз я буду проходить, с чего я начну. И добавлен редактор компании, поддержка пользовательской компании, новые фоны, карты региона для компании. Короче, еще много-много исправлено багов, там вот артефакты новые, что-то исправлено, игровой процесс. Короче, блин, пидец, сколько всего, вот это все описывается. Итак, заходим в игру. Я уже зашел в игру, я уже включил чит, который, а я и нельзя включать. Ну, во-первых, здесь вот смотрите, такая прекрасная функция позволяет посетить объект, на котором находится ваш герой. Это большая карта размера H. Я люблю большие карты. Вот, буду ее проходить. Я ее просто включил, чтобы посмотреть. Ну, во-первых, внешнее жилище вон, хижина полуросликов. Ну, не все тут показаны, естественно. Я думаю, основное будет все показано именно в той компании, блин. Смотрите, тут плавильня, тут ранчо. Короче, много внешних жилищ новых появилось. Ух ты, вон он, о, блин. Ну и город. Герои, понятно, в этом городе очень много героев своих. Вот, и посмотрим. Я уже отстроил целиком весь город. Естественно. Самое интересное, тут не 7, а 8 можно нанять разнообразных существ. Правда, я не знаю, как их размещать в армии, да? Так, это у нас кто? Ну, самые слабые у нас полурослики, которых мы уже встречали, да? Только тут такие обновленные немножко. Полурослики-гренадеры. Да, которые у нас стреляют, боезапас у них, прочее, прочее. Это я просто сделал, сразу строил город мгновенно, чтобы просто его посмотреть, мне интересно стало. Вот, а так я буду, конечно, постепенно играть. Вот, далее. Вот эти вот какие-то защита, инженеры. Блин, механики, инженеры. Что они делают? Атака, защита, урон, здоровье, скорость. Огненное дыхание чинит механических существ 20 здоровья за каждого инженера. Блин, прикольно нахрен. Ага, вообще, то есть можно им пожертвовать, я так понял. Так, это кто у нас? Броненосцы? Броненосцы, блин, прикольно, блин. Броненосцы. А что они у нас делают? А, просто броненосцы. Просто урон, просто здоровье. Ничего, никаких функций у них нету, блин. Полурослики стреляют, да, я так понял. Правильно, да. Стреляют всегда положительная удача. При выстреле игнорируют 20% защиты противников. Классно. Так, дальше у нас в мануфактуре автоматоны строятся. Автоматоны и автоматоны часовые, да. Автоматоны часовые, блин. Механический враг не отвечает на атаку. Взрыв при гибели. А, он взрывает, я видел там видео, да, он взрывается и уничтожает, кто к нему подходит. Вот, так, да. Далее у нас алгой-хархой, песчаные черви и алгой-хархой какие-то. Блин, похоже, кстати, на этих. Фильм такой был, ужастик, где там дрожь земли, да, помните? Перемещается под землей, иммунитет к слепоте и окаменению, пожирает трупы и получает дополнительные атаки. Ух ты, ёпарный бабай, пипец нафиг. Вот далее у нас кто идут? Охотники-стрелки, охотники за головами. Стреляют, упреждающий выстрел любое число раз за раунд. Понял, блин, это что такое? Я что-то не понимаю. Так, итак, багровые катли. Ой, какие дракошки-то симпатичные. Катли. А это багровые катли. Это летает, получает временную неуязвимость без траты хода. И да, опять же, блин, ну, ё-моё. Или тех, что ли, нанимать? Как интересно, блин, ребят. Просто, блин, реально интересно, блин. Джиггернауты, блин. Джиггернаут механически может атаковать тепловым лучом без движения. Блин, ни хрена себе. Вот такой вот у нас город-фабрика. Вот так вот внешне он выглядит. Гильдия магов. Вот такая гильдия магов у нас. Книга магов купил, понятно. Магия. Ну, магия новая, я так понял, не появилась. А что у нас? Тут инженера тут нанять. Это что у нас? Это... Ага, подождите. А, стой, 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 стой. Где у нас сама-то? Стабель. А, вот Капитолий, да? Капитолий. Что у нас? Капитолий, замок, таверна, кузница. А, так, генератор маны. Генератор маны.
Ману увеличивает ману гарнизон героя во время осады на 20, покидая город, герой теряет дополнительную ману. Гильдия магов, хранилище ресурсов, вот такое вот. Торговцы артефактами, артефакты по номинальной цене. Банк. Банк позволяет взять взаем 2,5 тысячи золотых единовременно, но уменьшает поступление золота от города на 500 золотых на 5 дней. О, прикольно, кстати. Классно, блин. Броненосец вожаки на 3 в хлев увеличит броненосец вожаков. Так, ну и далее вот у нас как раз вот эти вот жилища, да, которые выстраиваются. Блин, прикольно. Это два жилища 7 уровня получается. Вот, таверна, кстати, в таверне. Вот, в таверне можно посмотреть. А, блин, а тут нельзя выбирать-то, да, какого-то другого? Сэм, наемник. Вот смотрите, у каждого теперь, ой, у каждого свои навыки. Блин, как интересно. Вот, ну, в принципе, можно при создании карты, можно посмотреть их, какие там герои, да, есть. Я сохранил для себя вот это все, и карту, и все, чтобы посмотреть вот этот город. Блин, очень интересно, ребята. Смотрите, изменилась заставочка. Вот, новая игра. Ага, вот смотрите, доступный сценарий. Здесь вот, ну, здесь вот, да, я выбираю, могу выбрать город. Вот это как раз последний город, фабрик. Ну, вот тут герои. Собственно, сколько тут героев-то? 4, 16 штук, да? Вот разные герои, да? Исходный герой, специальность. Так, тут механик, специальности, вот, ну вот, собственно, вот они герои. Не знаю, за какого круто играть. Ладно, пойдем в компанию, пойдем, компания новая, в которой как раз и будет вот этот город-фабрика, и потихонечку буду все узнавать, потихонечку буду играть. Блин, прям, ну, ребята, очень интересно. Так, ну что, компания, и вот та самая компания, компания Рок Бездна остается, но в ней рожденный в огне появляется компания, да, то есть, ну, общая как бы компания. Вот, а в ней вот это вот появляется рожденные в огне. Ну что, пошли? Кстати, всех, ребята, с Новым годом, с наступившим Новым годом, всем всего самого-самого в Новом году. Вот, самого наилучшего, да, не с того я начал, правда. Вот, самого-самого, всем самого всего хорошего. Вот, здоровья, счастья, удачи, добра и прочего-прочего. Начинаем, собственно, вот эту самую кампанию. Так, ну, прям полкарты открыто, нифига себе.